Вот, мы сами не решались. Тут есть руководители, где Тамара пришла, ключик принесла. Слава Христу. Вот. Александр Михайлович Гончарук. И Володя тут нам показывает, что надо обрезать. Вот это не очень так разбираемся-то. С этой стороны посмотрим. Вот так. Сегодня 13 октября у нас, 18 года, суббота. Люди подходят молиться. Вот тут яблонька наша стоит. Тут кое-какие яблочки, тут небольшие совсем, махонькие. Вот так. Я на столе ключ оставил, Володя, там. Вот вчера я тут погода позволила, утром сильно мерзли руки, собрал весь кус, обобрал, чистый, от калины. Два полных ведра набрал. Ну, сегодня вот принесли, раздать бабушкам тут надо. И вот осталось с одной стороны у одного куста. Хорошая довольно калина, чистая здесь, экологически более чистый здесь участок земли, мало машин ездит. Господь так дал нам, подарил вот эти вот два дома. Вот где мы молимся. Вот этот дом. Тут приехал мэр города тогда, когда принимал его. Это в счет того, что меня ограбили тогда власти. А потом суд вырешил вернуть, им было нечем. И мировое соглашение. Рассчитались вот этой недвижимостью. А это вот домик другой жилой. А здесь храм. Кто не живет, только молится. Открывает дверь 2 раза в неделю. Все пока на этом. Так, все взяли? Да. Так, в тару принесите. В следующий раз мы сразу наложим. Они поспевают у нас. Мой пакет, отдай. Вот видите, как хорошо побыли. С Богом. Богом. Давайте. Вот поехали, сегодня у нас 14 октября. Показать, как с виноградом вчера расправились. Полностью заложили. Но еще покрывать видно будут. Нет, это все уже заложили. Все, веревочки одни остались. Вчера Володя тут в потемках собирал. Там вот она, пленка лежит, видно ее. Вот видно, что дровины, доски. А потом прижали вот этим шифером, осколками. Вот это надо обобрать.